Славянском районе завершился открытый смотр-конкурс народной песни, посвященный памяти выдающегося кубанского композитора Григория Пономаренко. За свою творческую жизнь Григорий Федорович написал около 1000 музыкальных произведений. Было издано порядка 30 сборников его песен, многие из которых звучали в этот день со сцены городского дома культуры. Открытый смотр-конкурс «Славянск поет Пономаренко» стал уже традиционным. Ежегодно он собирает под своим крылом настоящих ценителей народной песни. Участники, а это были как сольные исполнители, так и самодеятельные коллективы, должны были исполнить две песни. Одну, написанную Григорием Пономаренко, вторую – народную. С каким репертуаром выступать, решали сами артисты. На этом фестивале мы представляем две песни. Первую песню «Я назову тебя Зоренькой» – это написал Григорий Иванович Пономаренко. И мы должны показать все его творчество, всю любовь к народной песне, поэтому мы выбрали именно то, что народом ценится. Песни и музыка Григория Пономаренко пронизаны любовью к Кубани, к широкой русской душе, народным традициям. Они составляют большую часть репертуара любого народного коллектива. Григорий Пономаренко написал столько песен, что возникает законный вопрос, а что написали другие композиторы? Практически 90% всех песен, которые мы считаем народные песни, все написал Григорий Пономаренко. Это русская душа, это даже не передать, это дух, казачий дух, русский дух, исконный. Это даже не передать вот это вот, что такое песни Григория Пономаренко. Это наша жизнь, это наша молодость, это все наше и, я думаю, что наше будущее. Участники смотра-конкурса выступали в трех номинациях – солисты, вокальные ансамбли, хоровые коллективы. По итогам конкурсного дня в каждой номинации жюри определило лучших. Заслуженных наград. Самое главное, что увезли с собой артисты с конкурса – это чувство радости от того, что народная культура жива и бережно хранится в сердцах участников фестиваля. Анна Монастыренко, Игорь Иванчуков, программа «События».